В соответствии с законодательством, номерной знак должен быть читаемым в темное и светлое время суток. В рамках областной профилактической операции «Регистрационный знак» сотрудниками ГИБДД совместно с кадетами 11 октября была проведена акция «Чистый номер – это норма». Инспектор останавливал автомобилистов с нечитаемым государственным регистрационным знаком и просил водителей пообщаться с детьми. Дети спрашивали, зачем необходимо протирать номер. Многие не знали. Некоторые отвечали, что такое действие необходимо для раскрытия ДТП, когда испугавшийся водитель-нарушитель пытается скрыться с места происшествия. Невольные участники акции узнали, что чистый номер помогает даже снизить преступность по стране, так как сотрудники полиции могут вычислить злоумышленника по видеозаписи или показаниям очевидцев. После общения с детьми никто из автолюбителей не отказался протереть свой номерной знак. Чтобы избежать административного штрафа за нечитаемые номера, советуем следовать ряду несложных правил, которые не отнимут много времени. Перед тем, как выезжать, проверьте читаемость номеров и их чистоту. Иметь при себе тряпку, которой можно протереть номер и ее не жалко испачкать. В грязную пару года рекомендуем для аккуратной и безопасной езды останавливаться через пару десятков километров. Это поможет отдохнуть глазам и телу в целом. В это время можно выйти из салона, посмотреть на номера. Не протирайте номерные знаки сухими тряпками. Помните, сухой песок или грязь – страшный абразив для номеров, который может стереть краску или поцарапать их. Смочите тряпку незамерзающей жидкостью или водой. Таким образом, грязь будет отмываться лучше, не повреждая краски. Если по случайному стечению обстоятельств вы расцарапали номер, то потребуется его замена дубликатом.